На поддержку агрария в следующем году планируют направить 3,5 миллиарда рублей областных и федеральных средств в рамках региональных госпрограмм. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства региона. Как отметил Василий Пронькин, в этом году аграрии добились рекордного урожая за последние 7 лет, и поддержка агропромышленного комплекса является приоритетной задачей для областного правительства. На следующий год предварительно могу сказать, что меры государственной поддержки должны сохраниться на этом уровне порядка 3,5 миллиарда рублей. В первом чтении бюджет прошел в этом Заксобрании, эти меры господдержки сохранены. При этом хотел бы обратить внимание, что по предложению комитета было добавлено 50 миллионов рублей на финансирование ветеринарной службы.